Накануне стало известно, что энергетики хотели отключить объекты Министерства обороны в Хабаровском крае. Казалось бы, Минобороны – государственная структура, отвечающая за безопасность страны. Как вообще возможно образование задолженности, да еще в миллиард рублей? А долг оказался у компании ОАО «Оборонэнергосбыт», являющейся перепродавцом электроэнергии для нужд Министерства обороны. По сути, посредник. Кто виноват и что делать? Подрывает ли это безопасность страны? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился депутат Госдумы, член Комитета по обороне Вячеслав Тетёкин. В принципе, это возможно. Дело в том, что мы живем в условиях рыночной экономики. Когда мы жили в условиях централизованной плановой экономики, это было в принципе невозможно. То есть, с одной стороны, энергетики сжали, но все равно стратегические объекты не отключали, а с другой стороны, платежи шли своевременно. То есть, что-что, а финансовая дисциплина во всех государственных органах Советского Союза была, если не идеальной, то очень высокой. После разрушения Советского Союза все резко поменялось. Теперь наоборот, финансовые махинации стали основой нашей экономики. Сейчас обесточивание приостановили, но ведь опасность была. Вячеслав Тетёкин считает, что если бы даже районный, далекий пункт связи отключили от электроэнергии, это могло бы нарушить цепочку передачи приказов и докладов. В 90-е такие случаи, и даже серьезнее, уже были, отмечает эксперт, потому что армию никто ни во что не ставил. А что изменилось теперь? Сейчас армия, с учетом сложной международной обстановки вокруг России, стала одним из государственных приоритетов, вне всякого сомнения. Уровень государственной дисциплины, он, если и повысился, то незначительно. К сожалению, воровство, хищение, злоупотребление финансовых органов по-прежнему, в том числе вооруженных сил, продолжает сохраняться. Эксперт уверен, на местах в этой посреднической компании могут сидеть такие же Сердюковы, которые грабят госбюджет. Но могут быть нечисты на руку и в самом Минобороны. Однако в первую очередь нужно избавляться от посредников, и это касается не только данного случая. Я не говорю о конкретной компании, но посредники – это воровские конторы, по сути своей. И ведь основные скандалы вокруг Министерства обороны находятся не в плоскости боевой подготовки, дисциплины, снабжения боевой техники, вооружения, а вот эти посреднические услуги, печальные памяти, оборонсервис. А там еще наплодили целую кучу, так сказать, вот таких посредников. Надо разбираться, конечно, с этими посредническими конторами. Без этого никакого выхода из нашего кризиса в общенациональном масштабе не предвидится. Ведь это не только минобороновские посредники. Их наплодилось огромное количество. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».